Анальное кольцо, анальное кольцо. Анастасия Костенко собирается замуж за Дмитрия Тарасова. Во время их отдыха на Мальдивских островах футболист сделал девушке предложение стать его женой. Модель сообщила радостное известие подписчикам в Инстаграме. Девушка выложила снимки с избранником. На фотографиях можно рассмотреть шикарное, нереально большое анальное кольцо, которое презентовал ей молодой человек. Настя написала: я сказала да. Ну и хуй с тобой. Валера, замолчи, ты чего? Больно что ли? Димочка Тарасов сделал предложение возлюбленной в романтической обстановке. Он устроил ужин при свечах на берегу океана. Судя по всему, пара наслаждалась выступлением группы, которая играла живую музыку. На снимках можно увидеть, как трогательно Дмитрий обнимает... Простите, настроение хорошее, тетя Светы. На снимках можно увидеть, как трогательно Димочка обнимает избранницу во время танца. Стоимость кольца, подаренного Анастасии, составляет примерно 120 тысяч косарей. Подписчики оставляют пожелания в комментариях к посту модели. Поздравляю вас, кольцо, конечно, огонь, молодцы, Настенька, умничка, пошли нахуй. Ой, извините, увлеклась. Напомним, что на днях Костенко похвасталась еще одним сюрпризом от Димочки Тарасова. Футболист украсил их шикарный номер лепестками роз, воздушными шарами и свечами с надписью «I love you, Настя». Простите, вырвалась, извините. Настенька засняла праздничную атмосферу на видео и опубликовала его в микроблоге. Вот понимаешь, какая вот все-таки сучка, блядь, Настя? Вот ты знаешь, что Оленька, наша подруга, что она все это видит, читает. Что ты, сука, ей больно делаешь? Ты специально это выкладываешь? Ты, блядь, меня дико бесишь. Валера, блядь, заткни мне рот, а сейчас нахуй все скажу, блядь. Около года назад Димочка впервые увидел Настеньку в одном из столичных ресторанов. Тогда эффектная модель заинтересовала футболиста. И он нашел ее в социальных сетях. Я позвонила Анастасии, говорю: здорово, епта. А кто это? Это подруга Оли Бузова, епта, рот закрыла. Расскажи, как ты с Димочкой познакомилась. Быстро, я сказала. Если не расскажешь, я тебя сглажу нахуй. У меня глаз червивый. Шоколадный. Вот, ну, Настенька испугалась, открыла, естественно, свой рот. Ну, это же, блядь, сама Света звонит, епта. Через неделю Дима написал мне в Инстаграме с целью познакомиться получше. Мы стали с ним болтать по телефону, много болтали и прям, блядь, устала, пиздец. Присматриваться стали друг к другу, да. Конечно, я была в курсе, кто такой Дима Тарасов и с кем он ебется. Но никогда не интересовалась новостями шоу-бизнеса и не погружалась в тонкости его личной жизни. Вторая встреча состоялась у нас 1 января. Да, когда мы были бухие. Отметили наступление Нового года, каждый со своей семьей. А на следующий день Димочка пригласил меня в караоке попить, где собралась наша небольшая компания. Мы потели, простите, мы попели, отдохнули, перепихнулись, он проводил меня до дома и уехал. И мы продолжали с ним, как вы знаете, созваниваться. Тут мне зачесалось, я ему позвонила. Ой, все, ладно, заткнись уже, надоело ты мне. Я бросила трубку нахуй, я все-таки подругу Оленьку. Ну как я что, подвожу свою подругу Оленьку? Оленька — это наш хлеб, блядь, наша кормилица. Бузова! Кстати, поступила информация, что наша подруга Оленька Бузова собирается себе сделать новую грудь. Она уже присматривает импланты. Заткнись, блядь. Она уже присматривает импланты. Вот, и скоро, наверное, появится у нас новая с вами информация. Да-да-да. Оленька пообещала, что я об этом узнаю первое. То есть это будет эксклюзив на нашем YouTube-канале. Да, мои котяточки, да-да-да. Поэтому все подписываемся, оставляем лайки, комментарии, естественно, заходим в описание, там ссылочка на наш паблик ВКонтакте, в котором много интересной, вкусной информации от тети Светы и Валеры. Да, Валера? Да, да. Заткнись, я сказала! А сейчас котятки по традиции танцуют все! Котята! Come on, everybody! Я не вижу ваши руки и лайки. Я люблю вас, мои зайки. Поставьте тете Свете лайки. Я помню, мама говорила, что все должно быть красиво. Белое платье, букеты роз, а по спине мороз. Но как-то не получалось, я первая всегда везде сдавалась. Но почему, сама не знаю, и теперь себя я ругаю. Хочу я замуж, замуж хочу, да ты не бойся, я все оплачу, надеть бы белое платье, пойти б танцевать, а ты противный все зовешь кровать.